Панорамка у меня какая? Прелестная. Опять земляника. Такая поздняя, подсушенная. Кайф. О. Вот именно. Такая должна быть вкусом земляника, которую я ем сейчас. Так что, если кому надо землянику почувствовать вкус, это сюда. В центральной России это не земляника. И Белоруссии тоже. Это гадость. Я там с голодухи набросился вроде. Штук 8 съел и все. А тут вот я вот жру уже. Вот тут много, конечно. Я уже час не могу отойти от этой полянки. Жру и жру. Вот это вот земляника. Да. Я вместе с этими, с листьями. Да. Охренеть. Вот такой вкус. А, блин. А, красоте. Да. Ах, ма. Спускаемся. Опа. Эх, хороший спуск-то. Блин, какая-то хрень. Поспелиха какая-то. 94, Рубцовск. 78. А где Барнаул? Варшава, Никольская, Рубцовск. Барнаул где? Вот ёбканый ты бабай. Сейчас по делу туда, на те посмотрю, что там написано. Съезжу. А то я что-то ни хрена не могу разобраться. Собаки не могут написать просто Барнаул. Точно, есть здесь. Значит, Барнаул все-таки туда. Ого, Барнаул! Скоро! Ха-ха. У них тоже есть такие горки, как у нас. Лепешками эти. Эш ты! И вон тоже впереди. Ну да. Оп, я на какой-то вершине. Мне вон туда он. Ни хрена себе спуск, блин. На тормозах придется. Лап, дорога, дорога. Поселок Савушка с двумя В. Прикольно. Ну да. Какой такой Иваныч? Там. Сейчас попробую доехать. Озеро. Вон там озеро Колыванское. Я не пойду туда. Там ветрюга страшная. Невероятно. Туда даже проехать сложно. Из-за ветра. Еще и там очень много народу, 100 тенге с человека. Короче, ночевка типа. Забился я тут от ветра. Там этот озеро это, там, короче, там все плохо. Один на другом сидят они там ветрюган такой, боже мой. Ну что-то
какой-то такой катаклизменный ветрюган. Вот, и 2 километра, 2,5 от дороги, значит, прикатил еле-еле, там нифига нету. Ну вот, нашел тут быстренько, потому что, ну, на ветру там негде. Ветер очень сильный. Сейчас маленько подстих хоть. Тут вот палатка подпрыгивала. Вот, ну здесь вот, потом утром 2 километра до трассы. Вот так. Не знаю, сейчас помоюсь с пульверизатором. Все, помылся. Сальца наелся. Вот. Сегодня день такой был прям контрастненький. С утречка жара. Утро еще более-менее, я рано встал. Потом жара. Потом я заметил, от жары у меня что-то спать охота. Короче, меня сон клонит и все. Что-то с сердцем, что ли, или какая хрень. Не пойму. Просто вот валит нафиг. Ну, что-то где-то я заснул там маленько. Может быть, полчаса проспал, на меня дождь полил. Я думаю, о, хорошо, поехал под дождиком. Куда-то там забрался на вершинку. А, вон там он. Все выше, выше, выше. Короче, ну там такой холодрыга и дождь. Дождь и холод. Ой, ну, в принципе, ништяк. Само то. А спустился в эту низину. Да тут и дождя не было, блин, короче. Но зато тут ветрюга стоит. Вот. Ну, попал, короче. Не очень хорошее место. Еле тут нашел, тут болото кругом. Там хотел где-то в болото залез. Потом пока вылазил, время терял. И ветер такой вот валит, и все. Ай, тяжеленько, короче. Ладно, фиг с ним. Пожрали. Ну, время еще есть. Навигатор мой тупит. Он спутник, этот, сигналы спутников плохо ищет. Не знаю, что-то плохой планшет. Неудачный, короче. Я уже 70% у меня, или 71% там. Офигеть, блин. Во. Хрень, короче. Ну ладно. Ха. Утро. Морда опухшая. Несмотря на то, что вроде помылся даже с этой... с пульверизатора. Вот. Пожрал сало, хлеб, ну, изюм. Все. Что-то у меня бардак какой-то тут, как всегда. Ох, на улице жара. Жара будет. Проснулся в 3 часа, как придурок, блин. Потом 2 часа себя заставлял заснуть опять. Заснул, наконец-то. Ну вот, проснулся я, блин. Ой, во сколько там, в пол седьмого. Сейчас уже 5:05. Вот. Ну, да, ветерок. Ветерок маленький есть, конечно. Видно, что эти березки-то он нагибаются. Но, конечно, он не такой, как вчерашний. Ну ладно. На озере, конечно, там сейчас тоже ветер приличный. Ну хрен с ним, с этим озером. 100 рублей, в конце концов, это ого-го. 100 рублей это 5 банок кильки в томате. Да. Это дофига. Вон там, вон солнце. Да. Ну, будем собираться. О, вышел на дорогу. Ну, в смысле, это проселочная или как она там? Вон там где-то трасса. Ну вот, поехали. Дорога. Просто дорога. Вот они мы. Жарко, блин.
этот ветер попутный. Но, блин, он как раз 21-22 километра. Вот. И я еду так же. Фигня какая. Короче, безветрие абсолютное. Дорога выровнялась более-менее. Идем 36. Ого! Там была вся с колдобинами, блин, никак не разогнаться. Вот 38-39. Пошло дело! 40! Ого! У меня дозаправка. Этими макаронами или как они там. Тенек нашел. Там нифига нету. Ну такое приятненькое место. Ну он там впереди. Ну правда какой-то вот лесок даже. А лисишка ничего так. Неплохой. Сосенки. Хорошо, идем. Небольшая горочка. 42. Там видно? Ага. Вот так. Только почки. Курья какая-то. Ну, она начинается вот с такой хибарки. Собачки, которая лает. Хе-хе. Вот. Не знаю, что за селение. Да. Вот такие вот магазины. Прикольно. Ха, магнитик маленький. Маленький магнитик. Интересно, у них вишня просто так растет. О! Никто ее не ест. Ха-ха. У нас бы она вот так бы. Кустик бы кто оставил. Вместе с этими сожрали бы. Вместе с палками. Так оно и есть. О, Мария Ра. Она, по-моему, лучше магнита, мне так кажется. Ну, это все курья. Ха. Тут до хрена народу, который на великах гоняют. Какую-то церквуху делают. Или это реставрация? Ну, наверное, реставрация. Скорее всего. Да. Курьер шиномонтажки зарядил видеокамеру. Наконец-то. Все, вода есть. Видеокамера более-менее заряжена. Да. Да, я чуть не забыл сказать. Курья – это родина Калашникова. О! Вот так. Арнаул 258. Сижу у какой-то вывески. Там поселок Золотишко, там ковыряют, в общем. Возле Курьи недалеко. Я тут от ветра защищаюсь. Ветер заколбасил, в общем. Такой полувстречник, боковой встречник. Ну и что-нибудь пожрать. Маленько так закусить. Ну и в теньке посидеть, в конце концов. Там, блин, солнце. Фух. Вот так. Но, слава богу, Поспелихинский район. Вот это дороги, блин. Ой-ой-ой. Ай! Ни хрена себе! Да! Офигеть! Ой, как по волнам! Да еще и ветер! Ой, ну там впереди есть! Это какой-то огрызок, видать, маленький. О! Дорожка впереди! Река поперечная! Ну так ничего, река. Да.
Я так и искусился на эту речку. Ну, вода какая-то, конечно, мрачноватая, но мне по барабану. Это дно такое балдежное. Такой мягкий-мягкий песок. Тонкого помола. Ох. Ой. Не, вода не очень. Теплое-то. Ой, как хорошо, господи. Ой. О, мама. Ой. Что мне нравится в России? Речки. Тут вода никуда не течет. Не как у нас, блин. Нырнул здесь, вон там он вынырнул. Хорошо. Сижу, сальцо. Сальцо, чеснок, ну и хлеб. Уминаю. Ну, возле этой речки. Вон она, речечка. Искупнулся. Кайф. Ой. Аж на сопли пробило от чеснока. Ой. И я заметил такую вещь. Сижу я тут в теньке. Хорошо. Но даже так зябковато, надо сказать. А на солнце вылезешь, ну, жарко. А интересно, вот я проехал, сколько там, 300 километров. Кстати, я проехал 301 километр вот до этой деревни. Короче, до этой речки, не знаю. Там я ее называл уже, по-моему. Вот, 300 километров всего. Там в теньке сидишь у нас. Но в теньке сидишь, как в финской бане. А на солнце там, я не знаю, как будто тебя черти на сковородке уже поджаривают. Это вот, рядом. А здесь уже так. О-о! Это как у нас осенью. Так же. На солнце вроде жарковато, а в тенек зашел, прохладно. Вот, блин. А рядом вроде как. Вот такая штука. Уточки такой группкой плывут, тесные. А они приколисты. Пацана спрашивают, воду здесь можно набрать? Говорит, сейчас маму спрошу. Все, мама не идет, какой-то шкет ходит только. Оба, пошел сдавать. Да, сложно здесь с водой, честно говоря. Степ. До поспелихи совсем маленько осталось. Я не знаю сколько, 10 километров проехал. Километров 12, но, блин, солнце вон оно где. Ай, да так бы хрен бы с ним, то ветер что-то никак не дает ехать. И желудок разболелся от тряски от этой. Ой, хреново. Остановишься вроде так нормально. Как ехать начинаешь, так болит. Такая фигня. О! Хрен его знает. Короче, я пока ехал, я уже забыл, как эта деревня называется. Перед Поспелихой. Тут озерки там какие-то. На карте я смотрел, ну озерки вроде так. Сверху смотришь, хорошо все. А здесь я посмотрел, что-то какой-то там все, какие-то ямы, короче, вокруг везде дома какие-то, скорее всего, там все заплевано. Могилки, коробки, ну, в общем, идиллия.
Хорошо. А вообще, по факту, это просто болото. Хе-хе. Вот тебе озера, блин. Да. Проехал я там 79 пока. 79 километров. Надо сказать, для такого встречного ветра очень неплохо. Что вы думали? Это речка? Да-да. Это самая настоящая речка. И она называется... Вавилон. Вот так вот. Вон она какая речка. Ха-ха, нормально. Ай, блин. Блин, а по карте-то как все ништяк, а? А, да. Приехал, называется, на речку. Там поди такая же фигня будет. Но я просто спешил в Поспелиху, там какие-то есть прикольные то ли озера, то ли кого там что-то. Не поймешь. Вроде речка в озера превращается. А, блин, эти гребаные очки все время снимай, одевай. Они плохо почему-то влезают. Тут шляпа эта чертова. Там ухо, шляпа, очки, все вместе. Тут, блин, больно. Не знаю, что-то как-то не очень. Ну, к Поспелихе я уже не успею. Жаль, конечно. Завтра, значит, я эти посещу сии чудные озера. Да. Но вообще, как практика показывает, все эти озера либо вот такая вот срань непонятная. Если будет что-то путевое, там будет хреново туча народу. Они, мать его, туда понасядут, как мухи, блин. Обязательно. И будут сидеть там в этих своих машинах, блин. Фух. Вот так вот. А! Прудик. Но к нему это такой рыбацкий пруд. Палатку нигде не поставить. Это плохо. Везде здесь уклоны такие. Ну, кто-то тут рыбачит, наверное, или кого делать. Спать тут, конечно, никак. Вот, на ту сторону. Она пустая вся. Блин. Что-то там, я чувствую, не подойдешь. Если бы можно было подойти, наверное, бы там все было истоптано. А так ничего, конечно, прудит. Но... Ну что, где палатку-то? Некуда. Уклоны. И надо от ветра, конечно. Ветер сильный. Опять палатку будет все болтать. Ха! Место шедевр. Велик. Прудик. Не, ну, в принципе, нырять-то туда, ну его нахрен. Там вода какая-то. Хотя нет, что, нормально. Она какая-то коричневая маленькая. Ну, хрен бы с ним. Не, сейчас неохота. Я сейчас только в речке купался. Но главное тут, какой спуск. Оба. Королевский. Ступеньки. Вот так вот. Ну, где-то тут. Ой, пока не знаю где. Ну, там, наверное, где остановился, тут и буду. Вот здесь вот какой-нибудь. Что-то как-то вот. Правда, палатка боком получится. Тут узенькое пространство. Здесь какой-то уже это фигня. Короче, вот так вот. Тогда пойдет. Вот тут как-то и ветра вот от ивы нету. Ага. Блин, солнце вон там встанет утром. А, жарковато будет. Ну ладно, что. Вот так. Хорошее место. Машины, правда, вот. Не знаю сколько. 500 метров. Хреново. Ну ладно. Сейчас попробуем супец сварганить. Какой-нибудь. Я тут пачек набрал. Аж 3 штуки. Мне хотели впарить, блин, 12 барыги, блин. За 12.
Написано было 9, подхожу к кассе, 12. Я говорю, брат. Она говорит, это вот этот за 9, а вот этот за 12. Да ё-моё, вот гады. Ну ладно. Сейчас попробую. Еще солнышко не зашло. Где-то оно там. Супчик. Будущий супчик. Я тут скромно на лестнице, которую кто-то тут вырыл. Вот лестница. И, ну, чтобы не портить ландшафт этот, что-то как-то. Вот. Ну, сейчас закипит. Правда, у меня вот, вот такое вот дерево я нашел. Корявое. Но это яблонька. Хрен сломаешь руками. Колючая, блин. Вот такая штука. Но все равно. Голод не тетка. Все равно придется как-то ломать. Вот так. В общем, сегодня у нас будет суп харчо, салка и гречку маленькую туда. Такой, ну, как всегда, сборное что-то. Уже закипает. Сейчас зафигачим что-нибудь вкусненькое. Ах, красота. Житуха. На. Я тут как Макаревич за столом. Вот у меня тут уже выкипат. Конкретно сейчас салка надо. Салка — необходимый продукт. Ага, ага. Пошло, пошло. Так. Эх. Супец. Да. Ага. Сало. Гречки уже положили. Так. Вот этот еще кусочек. Вот так. Да, тут рыбеха плещется вот такая вот. Большие какие-то сазаны, блин. Прямо. Дофига. Я тут прудик лицезрею. Во. Вот. Не знаю. Ну, с голодухи, конечно, можно и нырнуть. Но пока такой голодухи не наблюдается. Да, в общем-то, нормально. Что. В Центральной России я и не в такое еще нырял. Лесенка тут. А. Картина Репина. Комаров нет, кстати. Вообще. Ни этих... ни слепней, ни комаров. Хорошо. Вот так. Супчик-то, поди, уже готов тут. Опа. О. Ну, наверное, все уже. Пора. Все. Готова гречневая каша. О, гречневая каша, говорю. Суп харчо с гречневой кашей. С гречкой. Какой суп харчо без гречки? Ага. Ничего. А. И там. Вот так. В довершение — смерть фашистским оккупантам. Сахар. Уксус. Оба. Пол ложки уксуса и сода.
Так. Опа. Оба. Ну так. О. О. Ух. А, до соплей пробрало. Велик мой стоит. Луна. Полнолуние у нас. Эх, в палатке будет светло. Но это тоже плохо. Ну, в общем-то, что, спать?